Поэтому, где волосы, когда будем делать на голове, надо там будет мед. Первый там спил все. Зачем? Вот сейчас прям герпес этим будет крупным планом, будет герпес. А и герпес тоже сфотографируется. Да. Не, Юльчик, нормально, хорошо. Не все. Вот ваш герпес. И вот таким движением, значит, возьмем ваточку. Ваточку. Юля, тебе надо было идти в медики, в хирурги. Да. У тебя хорошо получается. Да. Молодец, все. Так. Посильнее банки. Юля, смотри сейчас герпес, как смотри потом. Как мы расправляемся с герпесом. Потом сама расправишься с тем. Смотри, то есть вот нашли вот участок. Только помягче. Да. То есть ничего не мудрим. Мы накрываем. Для чего накрываем? Объясняю. Это очень важно. Спиртом. Если, как вначале там советовали другие мастера, да, как иголочкой прокалывать, бритовкой, что происходит? Под давлением, там под давлением, пузырек, мы если его нарушаем, струя может попасть в глаз. И мадам, вот со стороны, кто, кстати, обучала нас, да, вот это дело. Она по старой школе, там, значит, и кто-то и научился с бритовкой, и как ей в глаз саданула, сначала глаз один перестал видеть, потом буквально на второй там, она хорошо, хоть ладно, сама себе хитрому поставила, говорит, доползла до ванной комнаты, там что-то увидела. Сначала просто банки поставила, у нее как бы восстанавливаться начало. И потом отсечки сделала себе, и значит уже это, и таким образом она себя вытащила. Перед этим перепробовала все мази какие только возможно, капли там для глаз, ничего не помогало, только хиджама помогла. Так, сейчас что вот это? Здесь там надсечки есть? Есть надсечки. Так, все, значит смотрим, это я прелюдию, так сказать, ушел, прелюдию. Так. Ватка со спиртом? Да, поэтому делаем таким образом. Никаких нафиг нам не нужны ни палочек, ни бритовок, никаких там это иголочек. Мы просто накрываем. Мы себя обезопасываем таким образом. И таким движением раз. Да аккуратнее надо. Все. Мы все забрали его. Все. И теперь мы что делаем? Мы ставим обратно банку. Где у нас? Вот, у нас тут вот слетело. Да, ставим сюда. Как слетело? Она без крови была, что ли? С кровью. Без крови, ну там, там этот, какая-то... Сюда ставим, так, ну ладно, сейчас надсечки будем делать, да, надсечки сейчас, все. Там тоже надсечки делать? Нет, где уже герпес был, мы туда не ставим. Надсечки там не делаем, да. Мы сейчас откачиваем герпес. Вот. Так же банку ставим. А здесь делаем отсечки. Так, выключаем. Ни в коем случае. Вы после как надрез сделали, для вас красный цвет включился. Все. Только перекись. Не перепутайте. Вот. Обработали. Протерли. Кислорода насытили, считает же. Все, кислород же. В чистом виде. Водород. Вот и все. Потом человек уже спокойно идет в душ, как хочет. Никаких спиртом, ничего ни в коем случае. Угу. Так. Да, боковушечки можно. Кто хочет уже снимать? Можно, давайте. Да, сейчас все приступаем. Да, руку набиваем руку. Можно это перекись? А, перекись, да, пускай рядом стоит. Понадобится, да, ваточка. Вот. Тут самое главное навык. Остальное ничего не стоит. Навык есть, все вот это. Баночку нагнуть, туда все запихнуть, баночку, потом пакетик с ваточками все со старыми выкинуть. Так. Вот, переворачиваем. Да. Вот сюда, да. Эту ваточку же протираем. А ваточка у меня уже там все. Все тогда, да. А так, в принципе, раз и протирую. Какая там вышла? Уже вышла хорошая, да. Свеженькая такая. Ну все, тогда достаточно ее обработать, все спокойненько. В принципе, да, можно сейчас, ладно, обработаем сейчас просто этим. Перекись, где перекись? Вот.
Все, давай перик все обработаем и все. И все, пускай. И все, пускай. Не будем, да. Сейчас вот это, где я много выскочил, ну и сейчас это. Так, вот эту можно сейчас убрать. Угу, потом. Угу. Так, открываем, смотрим. Много тут накачалось-то у нас. Не просто накачалось, да? А она вообще не накачалась, а она еще новые нам дает. Да? Постоянно дает новые. Угу. Да, она дает нам новые. Мы так же спокойно берем. Одним движением. Больше нам не надо. Опять ставим. Опять. Вот так. Достаточно. Так. Я говорю, вот там обычно говорится, у женщин, значит, между пупком и лобком прям по центру там ставите баночку. Большую желательно даже. Вот. Там некогда добивается просто синяка, что называется, от банки, да, долго там держат, то есть подкачивают хорошо, чтобы это тоже работает, да. А у нас мы теперь знаем, что у нас еще и герпес появится. Мы откачаем этот герпес. Вообще будет прям. Там все, что есть проблемы, все пройдет. Мне надо такую поставить на пузо. Нет, это большую поставим сегодня, да. Поставим, да. Ты смотри, у нее опущены, все это. Сегодня как раз тем говорили. Там протокол такой, именно ставится 7 дней подряд на пупок, большая банка. Угу. Первый день 10 минут, второй 20 минут, там 30, 40, 50, 60, 60. 60. Да, вот тут-то все и дело. Офигеть. Кто же, дед тебя научит такому? Все там за волосы, а как так, такой там час. Тем не менее, протокол, да, вот это первый день, первая неделя. Причем первый день лидаза. Два кубика растворителя считаю. Ну, два кубика. Растворяется прекрасно. Записывайте на видео. Подкожно. Второй день алоэ, два кубика. Третий день, значит, опять лидаза, тоже доза. А с четвертого дня начинается удваиваться дозы все и до конца. 7. Mm-hmm. Да? 7 дней проходит. И вот как раз перемещаемся между лобком и между пупком. Ставим банку большую также. Mm-hmm. И схема та же. 10 минут, 20, 30. Каждый день. До, значит, последние 2 дня по часу целым не ставим. Час банка ставит. А некроза там нет? Все, снимаем, Олег, снимаем вот эту, смотрим, здесь это. Да, смотрим, снимаем. Там так, значит, стоят, да? Не суетимся спокойненько, да, то есть берем, значит, ага, нагибаем вот так ее спокойненько. Что мы смотрим, что там, вытекло, не вытекло, mm-hmm. То есть без суеты. Вытекло. Вытекло, новые появились? Появились. Значит, спокойненько так раз, ваточкой спахнули, так, герпес слить. Туда, вон, вытек, это все герпесина вытекла. Вот, просто спокойно, без всякого давления, так просто раз, да, это все выливаем туда. И баночку по новой вставляем, баночку. Ой, опять банку. Да. Ну нет, те надо стереть. А там же ты желтого цвета, да? Да. Стираем. Или белесого такого? Нет, желтого. Тоже убрать. Это надо откачивать. Значит, через 3-4 дня опять завесили человек. Опять с этих мест начинаете откачку. Опять ставите побольше хорошее давление. А в это время он дома делает солевые ванны. Да? На ванну там 2 килограмма соли, полкило, значит, это самое. Соды. Вот в этих, значит, тоже сначала 10 там минут лежит, там 20 минут, там, да, тоже, доходит до часа. 38 градусов температура ванны. Горячая. Ну да, там. Достаточно горячая, 38. 38, да. Ну, 38. Ну, потом, когда остывать начнет, тоже там лежишь пока. Ничего страшного, не сваришься, это точно. Понятно, да? Вот все, что есть, вот это все будет тоже собираться. Во-первых, и меньше как-то будет. И ранки заживают быстрее, что называется, и для кожи. Ага. Сколько вы не качались с этого места, ничего не выходит. Угу.
прям нож прям, ну, а рядом, да, а там уже нет ничего. И там проблема решается. Все. То есть все выкачали. Так, надо посчитать, сколько у нас здесь банок в итоге получилось.